остановка номер два. Второй кемпинг – это Дикая Гавань. Вот мы только заехали. Это село Лахадзе. Обратите внимание, какой вид на горы. Там видно снежные вершины. Это просто прелесть. Очень красиво. Здесь кемпинг для палаток. Там дальше гостиница, отель, кафе, все есть, магазины рядом. И недалеко отсюда, буквально через дорожку, море. Итак, вот это Дикая Гавань, где мы остановились. Вот здесь вот такое кафе, Дикая Гавань, все подсвечивается. Сейчас у нас закат. Здесь будет шоу-программа. Посмотрите, как красиво тут. Красота! Вот такие столики, вот такие растения, все высажено очень красиво, аккуратно. Итак, поселок Алакзе, закат, море, Дикая Гавань. Ну, прекрасное место, где есть и море, и горы, и закат. Прекрасно просто. Просто здорово. Так, ну что, мы расположились, палатку нашу поставили. Виктор ушел купаться. Вода прохладненькая, воздух тоже прохладненький. Солнце только что зашло, посмотрите, какие горы. Море встречаются здесь. Вон Дикая Гавань, где светятся фонарики. Ну, такая красота. Пляж, ну, камни, есть песок. А то и другое. Народу не так много. Но нам очень нравится. Так, вот с моря подходим к кафе, Дикая Гавань. Тут справа остановились мы за машиной, вон там за домом с палаткой. Ребятушки, вот так вот выглядит утро в Алахадзе. В горах снег. Такое чудесное небо. Здесь на пляже есть различные бары, качели, душ, туалет. В общем, все для отдыха. Вот такие прекрасные горы, которые мы не можем налюбоваться. Лахадзе, если солнце светит, печет очень сильно. Очень жарко. И становится достаточно сухо, но как только солнце заходит, то наступает холод. Намного холоднее, чем в Афоне, море тоже холоднее. И появляется изморозь, дельфины, вода. Дельфины. И дельфины. Вот он сладенький. Вон они, мои хорошие. В общем, влага, влажность тут очень сильная, но здесь находятся все виноградники, мандариновые плантации, фейхоа. Почему? Ну, потому что, наверное, влажность и растениям это благоприятно. И мы увидели дельфинов. Их тут 4 штуки. Вот они, родненькие. На завтраке. Это стоит, конечно, увидеть.
Ну, в метрах вообще 50-30, наверное. Рядом с берегом. Можно доплыть? Да, можно доплыть. Запросто. Сейчас идем в направлении Кагр. Вот здесь вот, на этом побережье уже Гагра. Такой вот отельчик. Пасутся коровы. Все загорают туристы. Идем по набережной, по пляжу, по гальке. Вода чистая, но холодная. Градусов 18, может даже меньше. Вот, друзья, мы уже ближе и ближе. Уже подходим. Виднеется Гагра. Гагра. Всем великолепие. Так вот море. Если вот там присмотреться, видно Олимпийск. И Олимпийские игры проходили в Сочи. Ребятушки, ну тут еще пока где гуляем, где не ходят сами даже местные, тем более и туристы, обнаружили такую картину. Сейчас пошли по берегу, уже не стали снимать. Нашли, ну, порядка 8, наверное, трупов дельфинов. Вот, и думаю, почему же они погибли? То есть, оказывается, сейчас вот увидели. Посмотрите, какая вода. Она просто черная-черная. Дальше стали смотреть, а вот здесь идет такой слив. Это река. Вот, ну, река и слив, скорее всего, потому что здесь просто черная-черная. Если мы еще где-то метров 200 шли, там просто прозрачная вода была, и дельфины плавали, то здесь черная вода и маленький дельфин, ну там, ну, метр, там полтора метра лежат по всему, вот прям побережью, вот уже вот все идет, прям их видно, они валяются. Скорее всего, это вот здесь просто из-за воды что-то траванули с чем-то. Вот такая вот, ребята, петрушка. И запах здесь такой. Вот так вот. Горькая правда. Гагра. А вот буквально прошли водосток 10 метров. И смотрим, какая вода здесь. Чистейшая. Вот так вот. Из-за чего гибнут дельфины, умирают. Отравляются. Попадав вот в этот водосток. Целая стада, я не знаю, ну там под сотню, наверное, коров пасется. Вот, но там еще вдалеке не видно. Да, приближаю на максималку. Вот такие горы здесь простираются. Море и горы города Гагра. Очень классно здесь. Да, вот у нас там Илона идет по берегу моря. Продолжаем наш маршрут. Едем вот на таком джибинге. Езжаем тутовую аллею. И вот прямо, вот, скажем, из кабины водитель остановился. И мы нарываем сейчас вот такие вот прекрасные ягодки. Прямо из кабины. Пощипаем и дальше поедем. Так, заходим в Гагарский район, Мира 23. Здесь нас довезли, ребята. Здравствуйте! Вот, вот, смотрите, такая красота, здесь такой дом. Проходите, проходите. Ага. Сейчас познакомимся с хозяевами.